Следственный комитет возбудил уголовное дело после осквернения мемориала героям войны под Омском. Напомню, сообщение об инциденте появилось в соцсетях в канун 9 мая. Очевидцы сняли на видео дорожную яму. Она была засыпана осколками памятной плиты вперемешку со строительным мусором. Местные чиновники заявили, что это якобы провокация. Однако силовики выяснили, фрагменты действительно были сняты с мемориала. Он находится в Кормиловке. В прошлом году монумент был отремонтирован. Во время работ плиты сняли, их должны были сохранить, но в итоге осколки попали в строительный мусор. В халатности правоохранители подозревают местных чиновников.